Вот так вот. Привет, друзья. Привет. Ой, сколько мне комплиментов там пишут в личке. Просто невероятно. Это мое волшебное зеркало. Открываешь и смотришь, как сыпятся на тебя похвалы, комплименты. Особенно женщины. Они так умеют сказать доброе слово. Поднимают мужчину. Я же мужчина, однако. Да. Между прочим, и мне это нравится. А кому будет не нравиться, что его хвалят? Всем хвалят, всем нравится, когда хвалят, и детям нравится. Поэтому надо больше хвалить ребенка за хорошие поступки и меньше его ругать за плохие. Тогда он будет больше укрепляться в хорошем и развиваться в лучшую сторону. Чем когда его шлепают, шлепают и говорят, того нельзя, того нельзя, того нельзя. Как у нас в этих самых заповедей, того нельзя, того нельзя, того нельзя. А мы сейчас будем говорить в науке человечности, что надо, что надо, что хорошо, что хорошо. И друг друга за это хвалить и поощрять комментами, чтобы наша школа быстрее развивалась. Потому что я сейчас скажу главное. Я говорил в ролике в прошлом о том, как сон дробный помогает решать вопросы, которые висят у нас, доминанты, и прокручиваясь через драйв, вот этот вот вошел сон, вышел из сна, вошел сон, вышел из сна, прорабатывая эту информацию, находишь решение этих вопросов. Да, сейчас я хочу сказать, еще раз повторить то, что я говорил раньше. Спать надо лучше. Высыпаться надо, друзья. Вот когда вы теперь знаете два этих момента, если не спится, то использовать это для решения вопросов, и тогда вы будете иметь смысл в этом невысыпании. Ответы на какие-то волнующие вопросы. А вообще-то надо спать. Я вот индикатор, все проверяю на себе и даю только полезное. Очень проверенное многократно. Я точно занимаюсь самонаблюдением, осознал, что когда ты спишь, и как наконец ты выспишься от всех этих записок, писем, звонков и так далее, позволишь себе выспаться наконец, у тебя появляются ресурсы от выживания к созиданию, и появляются новые идеи. Да, вдохновение, потому что энергия появляется. Откуда у вас энергия, если вы не высыпаетесь? Сколько я объяснял директору департамента по образованию своей приятельнице, очень хорошему другу Курнишовой Ларисе Евгеньевне. Ой, какая великолепная человек была. Дружили мы много лет. Дайте детям поспать, я говорил. Школьники не высыпаются. Она говорит, а что нам делать? А что нам делать? Ну так установлено, куда они могут деться, у нее же тоже есть начальники. Я говорил в одном из роликов, откуда это ведется, что всем надо рано вставать. Ну есть жаворонки, жаворонки рано встают, у них полно энергии, и они всем так, давай вставай, лентяй, давай работай, занимайся. Кто рано встает, тому Бог дает. Я говорил этот анекдот, да? Как сыну лентяю он говорит, вставай, лентяй, кто рано дает, встает, тому Бог дает. Тут вот сосед говорит, к примеру, вчера рано встал, шел по дороге, кошелек нашел. А сын лентяй подтягивается, зазнай, говорит, наверное, встал кто-то раньше него и потерял. Потому что есть такие вот совы. От природы совы. Вот я, например, сова от природы, потому что еще и родовая травма, видимо, была. Я утром, когда не досыпал, я так себя плохо чувствовал. У меня и мушки летали перед глазами. А представляете, на первых уроках в школе какой-то кошмар. А я маме не мог пожаловаться, потому что я думал, что все так. Ну откуда ребенку знать, что все не так? Он же этого не знает, он думает, что все так, а он не так, и терпит.
Да, и вот я терпел, всю школу терпел, и в институте плохо учился, в том смысле, что я утром не ходил на утренние лекции. Ну что там, 6 часов встаешь, 8 часов лекции, 4 часа чепухой ты слушаешь, потому что ее не слышно, микрофон слабенький, он там стоит, там далеко, уважаемый профессор, большой умница, наверное. А я не слышу, потому что я борюсь со сном, я выживаю. Да, а все другие сидят там, кораблики играют в это время. Ну, наверное, они по-другому устроены. Так что есть совы и жаворонки, есть. И они друг друга никогда не поймут. А вот человек нормальный, сбалансированный по природе своей, он может и рано вставать, и позже вставать, и легко адаптируется к смене ситуации. Перелетел там в Нью-Йорк, и там быстренько адаптировался. Полетел в космос, и там быстро адаптировался. Есть такие. Поэтому не надо так вот, либо да, либо нет. Есть разные. Но надо все-таки понимать друг друга. Надо понимать. Вот опять записку пишут. И вот так я ложусь спать, и опять звонок. Ложусь спать, и опять звонок. Ложусь спать, и опять звонок. Дал я себе немножко выспаться, сутки спал, не обращая внимания, как будто бы я уехал в командировку. Бывает же такое, уехали, приехали, а ничего не изменилось, как будто вас и не было. Потому что каждый занят своим делом, он и так перегружен. Да, сколько моих друзей ушли из жизни. И только потом вспоминали, а где-то Петр делся-то? Через месяца полтора. Пишут, а вы не знаете, где Петр делся? Через месяца полтора. И это я не про вас, Боже упаси, Боже ты мой упаси. Мы никогда нет. Мы всегда будем да. Потому что мы занимаемся над собой. И вот я выспался сутки. И потом, и стихи писать хочется, и петь хочется, и с вами общаться хочется. А вот когда не выспался, я этот дробный сон, как я говорил, использую. Таким образом, человек, настроенный на внутренний позитив, на то, что все-таки надо к людям по-человечески относиться. Ну, не выспался, ну, не мог ты там, не мог. Ну, скажи на «вы» человеку, если ты ему не доверяешь. Я всех держу на дистанции, кому не доверяю. Вам говорю «ты», «дорогой», «привет», «обнимаю». Потому что я вас знаю, дорогие мои. Участники нашей школы, человек будущего, потрясающий, потрясающий. Вот мне Валерий Брашков сейчас написал, что он хочет сделать ролик. Он говорит, ваша волна, это говорит не это самое, не супер метод. Это, говорит, божественный метод. Ну, этот прием. Я его попросил, Валерий, пожалуйста, покажи свою интерпретацию, свою технику, которую ты там на этой волне отработал, в каком-то лучшем варианте. И мы с ним завтра сделаем, и вы будете потрясены простотой решения задачи, сложнейшей задачи. Кстати говоря, волна, я сейчас просмотрел интернет во всем мире, на самых разных языках, у меня друзья же в разных странах работают, нигде они не встретили, ни в каком методе. Волна у нас действительно супер метод, если не сказать, как сказал Валерий Прошко, наш поэт, он сказал, божественный. Я тоже считаю, что это гордость нашей школы. Если бы не вы, как бы я это придумал? Именно своими вопросами, именно своими комментами вы стимулировали мой поиск. И я уверенный в том, что я смогу. Да, несколько ночей подряд думал об этом и сделал это. И вы многое сделаете, потому что, как говорил тот великий изобретатель, о котором я вам рассказывал, если ты абсолютно уверен, что задачу решишь, какая бы она ни была, а у него тысячи изобретений, он официально лучший изобретатель на планете, как мне Калоша Николай рассказывал, из ТРИЗа, который у меня тоже проходил обучение. Так что, друзья, два момента. Значит, хорошее высыпание,
дает заряд энергии, заряжает нашу батарейку смартфона, и потом хочется стихи писать и дела делать, и руки уже дотягиваются до тех дел, которые, до которых руки не дотягивались. И начинаете заканчивать дела, которые не могли закончить. И здоровье лучше. И смотрите на меня, я сегодня в черном, а так же, как в светлом. Потому что сам светлее становлюсь. Чем больше в тебе энергии, тем больше говорят в тебе обаяния. Я сам смотрю на себя и любуюсь. Вот смотрите, девушка какая, тоже такая. А это мне наш ноябрь подарил. Вот этот вот раскрас. Он сказал, добавь туда фотонов. Фотонов добавь, говорит. И я добавил фотонов. И она сама светится. Видите, даже прямо здесь вот все. Больше света. А ноябрь защитил докторскую диссертацию. Я его поздравляю и всех, друзья, призываю. Мы сейчас выйдем с ноябрем. Он давно обещал. Я ему пошлю это видео, чтобы он посмотрел. Я ему давно обещал. И он мне обещал, как говорит, диссертацию защищу. Я, говорит, выйду с тобой на ролик. И он расскажет нам в двух словах свою фотонную теорию, как изначально живая природа до человека от микроорганизмов, от атомов и молекул состоят из фотонов, корпускул и волна. Вот это удивительный человек, он сам светлый человек, он мой друг, он мой ближайший друг. И при этом академик и доктор биологических наук теперь. Не только там физических. А давайте мы его будем ждать, мы его поприветствуем, когда он выйдет с нами на ролик. Я думаю, завтра, послезавтра. И завтра я вам еще и объявлю, когда у нас вебинар будет, как использовать сон. Это будет потрясающе. Как лучше спать и как использовать сон? Лучше. Чтобы человек всеми ресурсами пользовался для открытий. Потому что иначе мы не пробьем эту стену. Вы понимаете, какую, да? Куда я там запустил беспилотника комара, чтобы он прошел через все эти тернии к звездам и вынес нас за собой. И вынесет, потому что он интеллектом построен. Потому что только человек может делать открытие, роботы этого делать не могут. Если вы найдете какое-нибудь открытие, которое сделал робот, напишите мне. Я не только сниму шляпу, которой у меня сейчас нет. Но вы понимаете, о чем я говорю. Но это будет очень познавательно. Домашнее задание, друзья. Поищите, пожалуйста, искусственный интеллект сделал какое-либо открытие, кроме того, как он просто копирует, увеличивает, уменьшает, шахматы играет. Ну, до встречи. До связи, друзья.